Утренняя программа «Полный вперед». Сейчас умно будет немножко. Мы рассказываем о том, как начать заниматься спортом всей семьей и не бросить через месяц. Ну, сложно. Это возможно? Ну, секретарь специалисты, да, можно. Но нужно очень осторожно с этим делом. И вот прям поэтапно идти. Поэтому у нас есть несколько практических советов. Вот. Для начала нужно как бы подготовить себя, да? То есть обсудить это все дело с семьей. Постараться объяснить родным, что совместное занятие это круто, это хорошо.